Всем привет! Всем привет! Я уже здесь, уже процесс идет, жарится, парится. У нас пауза кафе. Пауза кафе. Все то же самое. Так, где моя лопаточка? Сюда надо чуть-чуть водичку в лучок. Илана спала, я ее разбудила. Так, кофе пусть полежит. Лук горит, он не должен гореть. Он должен томиться. Что? Улыбаешься. Может, тебя не надо взять? А он же низко. У Миланы сегодня болит опять голова. Мы далековато от вас, но некуда поближе поставить. Чела? А где мы его брали? В Дэнди. Я думаю, что он в Роблесе. Но этот шоколад же подается в Пенде. А, да? Помнишь, что у тебя было? Вот это. Повторю. Ну, я забываю же. Так. Опа. В этом, здесь? Да. Ты что, меня снимаешь? Угу. Ой. Да, если бы меня кто-то снимал, то было бы, конечно, более интереснее. Дома тоже, потому что мне бывает очень неудобно. Иногда вот так поставлю перед собой, и видна только я. Мне хочется, чтобы было видно и то, что я делаю, как я делаю. Ладно, это пока не надо. Я уже и хлеб замочила, и мясо соединила. Сейчас его надо будет вот так порубить. Мороженое было замороженное. И свежее, что я принесла. Соединила его все вместе. У тебя перчатки есть? Да. Потом как я буду мешать? Есть. А, ну вот сейчас тоже мне дай, я его вот так руками пожмыкаю. Да, это наш хлебушек. Вот. Еще не знаю, сколько здесь будет грамм. Ну, заложим, если что. В общем, вот так. Здесь у нас томится лучок. Сейчас я его сделаю мягкий, чтобы он, потому что он тоже крупненько порезан. Когда он будет мягенький, он тогда прям будет вот так. Я его иногда даже кашку делаю из него. И уже не надо его крутить ничем и нигде. Вот. Сливочное масло добавим сейчас тоже. Чуть-чуть. Надо тебе? Да, ну не сейчас, но когда он уже будет на подходе. Мне бы крышечку, чтобы он это вот так томился. Крышку надо. Ну, какой базилик у Миланы растет. Свежий. Да, он был лучше. Когда, говорит, я его купила, он был лучше. Очень хорошо он выглядит. Главное, что он есть. Ты когда срываешь, вот так снизу срываю вот эти листочки. Да уже осень вообще-то, он, наверное, уже ни у кого не растет, а у тебя еще нет, есть. Нет, в магазинах растет. В магазинах вот есть? Нормально. Очень даже хороший, пахучий, зеленый, свежий, красивый. Молодец. Ну? Как я вам? Как я вам? Ты уже готова? Да, я тебе показываю. Я знаю, что ты мне показываешь. Молодец, красиво выглядишь, шикарно, да. Все, давай, бери ключ, иди. Да, да, нормально. Нормально. В магазин ей надо сбегать, а? Не в моих джинсах. В джинсах своего мужа. Ну что делать, пузо растет, поэтому ему уже брюки подходят. Ничего страшного, все хорошо, давай. Все, мой фарш готов. Сейчас я уже приготовила тоже вот такой поддончик с морозилки. У нее там нашла. Она же ушла и как-то не оставила мне то, что мне. Где мне их замораживать? Сейчас я ей с
сформирую, уложу и заморожу. Переступаем. Так, все, мои котлетки готовы. И вот одна лишняя у меня осталась. И вес прям тютелька в тютельку, как я все остальные делала. Ну ничего, я сейчас ее вот так накрою. Хороший у тебя вот этот поддончик с морозилки. Так. Положу на какую-нибудь сверху, да? Ну да, любую. Надо же, прям вот как в аптеке. Я сделала 133, 135, 132, 130. Ну, как брала, но больше 135 не делала. И вот прям одна котлетка. А так, все. Сейчас я их накрою и в морозилку. И все, можешь их так и оставить, или потом соберешь их в один контейнер. Да, потом посмотрим. Ой, вот это не накрылась котлетка. А, все. Все накрылось. Положи ее центральнее. Не-не, я вот так. Да, нормально. Нормуль. Все. Все. Котлетки готовы. Она там что-то готовит уже сама тоже. Что ты делаешь? Пасту с горохом. А, зеленый горошек. И ветчиной. И ветчиной. На масле. Да. Сливочном. Это. А это вот как раз то, что я вам рассказывала, что они поедят, второй раз уже не едят, и это мы заберем сейчас домой. Я заберу домой, и Массимо с удовольствием завтра опять перед работой съест. Она старается, да, менять себе меню для... Старается себе делать разнообразное меню, поэтому она тоже сейчас два раза не ест. Угу. Погром. Так, и кухня продолжается. Теперь я могу операторничать опять. В общем, здесь она поджарила мяско копченое. Ветчину поджарила. Здесь лук. Теперь она туда добавляет вот горошек, что я сказала. Высыпай. Ага. Все, молодец. Готовит своему супругу ужин. Ужин. Он все заказал уже, то, что он хочет ужинать. И она ему готовит по его требованиям, по его вкусу. Ну, а здесь я уже потом ушла домой, и Милана снимала. Доснимала свое блюдо для нас. Она доварила до конца эти горошек, потушила вместе с этим копченым мяском. Потом сварили пасту на вечер. Я уже говорила, что Фердинандо вечером предпочитает пасту, так как днем он ест что-то другое. Но любит он эту пасту, не может без нее просто. Потом туда добавил еще сотилеты. Они, как всегда, вместе готовят. И все это должно растаять, стать более кремозным таким, вкусным, мягким. Вот, и все. И я на этом буду заканчивать. Спасибо всем большое, дорогие мои друзья, девочки и мальчики, за внимание, за вашу активность на моем канале. И до новых встреч. Пока-пока.